Чувашстат сравнил цены на продуктовые наборы в Чувашии и других регионах. Так, по данным Чувашстата, на конец февраля стоимость минимального набора продуктов питания в Чувашской республике составила 3282 рубля 60 копеек в расчете на одного человека в месяц. В среднем по Приволжскому федеральному округу стоимость минимального набора на 110 рублей 89 копеек больше. По данным Минэкономразвития республики, в рейтинге регионов ПФО по уровню цен от меньшего к большему Чувашия на 5-м месте. Напомню, всего в Приволжском федеральном округе 14 регионов. Дешевле всего минимальный продуктовый набор в Саратовской области, дороже всего в Самарской области.